Книга 1. Технология двойного фальца. Трубы и проходки на кровле. Автор Юрий Нуштаев. Монография посвящена исследованию технологических приемов устройства узлов примыкания кровельного покрытия к поверхности труб и проходимых элементов с применением технологии двойного фальца. Особое внимание уделяется вопросу систематизации известных технологических приемов по общим характеристикам и условиям их применения при производстве кровельных работ. Количество страниц – 288. Язык – русский. Год издания – 2018. Том 1. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Тот, кто хочет получить простые решения своего вопроса, получит его. Тот, кто хочет углубленно разобраться с вопросом, разберется с этим.